Слава Украине! Руам слава, братцам от Полонского! Новости интересные из Франции. Франция поставляет нам свои зенитно-ракетные комплексы. Называются, если я правильно читаю французский язык, то «Краталь». Речь идет о зенитно-ракетных комплексах, которые работают по малым и средним высотам, то есть до 6000 метров. Время реакции на события 5 секунд. Скорость ракеты порядка 3600 км в час. То есть она достает любой беспилотник, любую ракету или любой самолет, который вообще возможен в данной ситуации, возможно, в нашей войне. По поводу беспилотника, так вообще все. В первую очередь вот эти вот иранские и им подобные, шахеды и так далее. Значит, количество не указывается этих комплексов, но говорят, что будет достаточно. Таким образом, если учесть также системы ПВО, которые нам сейчас едут из Германии, США и так далее, то это уже более будет чем достаточно для того, чтобы закрыть наше небо. Тут еще один момент такой, что то, что они поставляют нам, как бы это все вместе с обучением персонала. Вот во Францию сейчас уехало более 2000 солдат вооруженных сил Украины. Я так понимаю, что часть из них будет учиться, конечно же, вот на этих вот зенитно-ракетных комплексах. Так что все нормально.